Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян. Сегодня у нас выходной, и мы едем на рыбалку. Договаривались с Виктором, но он почему-то свинтил без меня. Видимо, с другом с каким-то. Даже не разбудил, блин. Оставил мне червей, умотал. Едем на Нижнюю Тунгусскую и попробуем половить сига. Виктор вчера вообще отлично наловил сигов. Крупный сиг был. Хорошо порыбачил. Сейчас посмотрим, что у нас будет. Если место найдем хорошее, то, думаю, половим. И вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». С вами вновь я, Виктор Костяныч. Костян. Пес. Тунгуска. Дебаркадер. Все, что есть здесь. Велосипеды. Ну и все. Мы едем на сига. Че, на точку? А? Сегодня людей-то меньше будет. Главное занять место. Я и так снимаю. Ну да. А здесь ухлики, да? Угу. Так беги! А? Беги туда! А, сорвался. Че, тянешь? О-о-о, сорога. Это отпускать. Подожди, и мочегор заглатывает. Сорога. Она с обеда. Это сик уже. Ого! Это что-то с ним не то. Ты видишь? Кого не то? О-о-о! Угу. Сик? Ну, вроде, да. Виша, ты печалился, что только у меня клюет. Опа, на вторую.
Ну и вновь вас приветствует канал «Это не диалоги рыбалки». С вами вновь я, Виктор, Костян, Патрик, рыбалка. У тебя клевало. Да? Ага. Что-то слегка поклевало, и все. Че, клевало? О, клюет. А я вон только что... Да блин. Че, не зацепился? Но у меня что-то опять поклевало и нифига. Че, тянешь? Сик. Здорово. Что у вас? Привет. Привет. Витя, ты меня какого фига-то не это, не разбудил на рыбалку? А? Мы же вчера с тобой договаривались. У мужика? Нет, вон там есть вон перед балконом. Не знаю, у мужика не клюет. Вот это? Угу. А ты что поймал? Я сига. На ус? Ну да. Ой.
не могу. Он здесь всегда такой. Ну-ка! Вообще хороший. Нифига себе. Он здесь всегда такой. Ладно, друзья, начнем пробовать рыбачить. Место у меня, конечно, хреновое. Увидите, там с кости фартовое место. Здесь ямка. Может, просто чернота задолбит. Попробуем. Посмотрим. Тут ловцо. Может, просто сига здесь не быть. Закинем пару закидушек для надежности. Где палка-то? Там у них отличные сиги. Крупные. Он вчера тоже крупных сигов принес домой. Будем здесь маленько посидим. Нет, куда-нибудь перееду. Туристы опять полетели куда-то. Колокольчик брякнул. Не похоже на сига. Видать, мелочь какая-то обдалбливает. Оп. Витек у меня каждый день ходит. Уже изучил места тут. Где клюет, где не клюет. Если народ сидит, просто возвращается, не садится на хреновые места. Хотел сегодня со спиннингом покататься. Но, блин, это с обеда ветер обещают. Здесь на Тунгуске тихо, а там на Енисее болтать будет. И вода еще прибыла. Да, видать, ГЭС скидывает, то воды столько пришло. Одна поклевка, видать, какая-то сорожка или еще что клюнул, и все. Сиг бы дожевал. Ну, пацаны таскают там. Получается, ниже их мужик сидит. Бесполезно, у него не клюет. Выше сидят двое, тоже не клюет. Ниже меня сидят двое, тоже не бегают. И я тут в серединке. Полный ноль. Сейчас Костя, по-моему, там сига вытащил. Он там разгружает, по-моему, аэролодку, что ли. Еще одну привезли. Кран снимает с баржи. Прибавляются. Турбизнес развивается. Походу надо переезжать отсюда. Не поклевки. Есть контакт.
Опа, даже леску с рук вытягивает. Блин, сорвался. Хороший сик был. Ё-моё. Клевка, блин, проворонил за рыбешку свою. Тянешь? Пошел исследоваться. Хорошенький. Опа, Костян. Первое. Клюет. Клюет. Ай. Оттуда видно было, будто клюет. Не клюет, да, только от... Ладно, я первую перекину. Только закинул сразу поклевка. Есть, 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 идет. Идет рыбина. А что это такое? Ну ё-моё. Это нифига не сик. Ясь. Ясь, блин. Думал, сига на дыбах. Досадно. Как бы, блин, не та цель. Что-то смотри, поклевало, поклевало и все. Я посмотрел по леске, подумал, что ты вон тебе вот камнем закидушку придавил. Опять Костян клевало. Что-то не сел, не сел.
Хороший. Если чернота тут клевать будет, то придется уезжать отсюда. Цель моя сик, а не это. Рыба для собак. Опять что-то не то. Тоже поклевки как сиговые. Но это нифига не сик. Нет, червя сдолбал почти. Это черная рыба. То есть ты не рыбачишь? Рыбачу. Где ты не спишь? Че ты за три один раз клюнула, да? Патрик, а Патрик, отдай эту каку. Гигант. Тихо ты, тихо. Гигант, зато путает, блин, так. Сик маленький. Иди отсюда. Маленький. Еще. Пока что. Нифига он упал. Они еще быстрее могут. Смотри, что сразу. Опять ясь. Даже два. Значит, доброй рыбы я здесь не поймаю. Нельзя, можно было и на спиннинг половить. Здесь спиннинги у меня все в сельванихе. В лодке, да в балке. Опять. Буквально 30 секунд. И все, опять клюет. Видать, сразу червя сдернул. Все, ветер уже раздуваться начинает. Здесь хорошо, тихо. Яр закрывает.
мимо. Бесполезная трата червей. Азартно, но невкусно. Че, у тебя тоже гигант, что ли? Да нет, стандарт. Тяни, тяни. Ну, вот этот покрупнее. Ты чего раньше-то не сказал? Нифига себе, у тебя там бой. А такой вроде не это. Ну, большой. Ну. Ну так, ё-мо. Пим. Меняем место опять. Такая рыба меня не устраивает. Блин, не успел поставить поклевка. Переехал я ниже. Какая-то рыба идет. Сейчас поглядим. Это опять ясь, друзья. Еще и свалил. Сегодня мне непруха.